Мурманская область борется за расширение списка муниципалитетов, которые войдут в арктическую зону. Напомним, стратегия развития Арктики была прописана в начале этого года. Соответствующий пакет документов разработали ближе к лету. Наш регион в этот проект включен не полностью. Учтены лишь те районы, которые граничат с Северными морями. В состав арктической зоны полностью включены Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Из 7 субъектов, которые имеют географическую возможность войти в арктическую зону, Мурманская область первая выступила с предложением пересмотра границ. Если его одобрят, то многие предприятия области смогут претендовать на предусмотренные государством преференции. Сама программа сейчас разрабатывается. Это большой объем документов, там несколько тысяч страниц. И сегодня Мурманская область дает свои предложения в Министерство экономического развития, там я где могу, дает свое предложение в Минрегион, в Минэкономразвития, для того, чтобы эту программу наполнить нашими проблемами, нашими задачами. То есть процесс этот сегодня в деньгах, там, миллиардах, миллионах рублей нельзя обозначить. Но сам процесс идет и по утверждению и состава Арктики, и по утверждению программы стратегии развития Арктики мы увидим, какой экономический эффект мы получим вот после ее принятия. Пока это, скорее всего, будет в начале следующего года. Но борьбу надо вести сейчас, работу надо вести сейчас, для того, чтобы не потерять вот эту вот возможность стать интересным субъектом арктической зоны Российской Федерации.